предлагал по-новому взглянуть на историю человечества в целом. Все заболевшие бешенством погибали и погибали в страшных мучениях. Это повесть про Кондрата Еремеева и вошь. Холера – это такая пожилая старая женщина с косой, которая идет по городам. Он научил нас говорить на новом языке. Сегодня мы будем говорить о Николае Федоровиче Гамалее, ученом, бактериологе, микробиологе, создателе первой в России пастеровской станции, главе Дженнеровского института в Петербурге, исследователя вирусов, исследователя холеры, бешенства. О человеке, который прожил долгую 90-летнюю жизнь. Свою работу в лаборатории он увидел как исследование по оздоровлению России. Его работы в области бактериологии, в области микробиологии действительно изменили мир и изменили взгляд на историю человечества. Он занимался исследованиями бешенства, холеры, оспы, тифа, туберкулеза, оздоровлением местности. И благодаря ему в обиход, в язык вошли такие слова, как дезинсекция, дезинсекция. В конце XIX века уже мы не можем говорить об эпохе великих географических открытий. Она уже давно прошла. Но такие путешественники, как Николай Николаевич Миклухо-Маклай, отправлялись, например, в Новую Гвинею, описывали жителей этой страны, описывали ее язык. И Гамалея, наверное, как такой энтузиаст, путешественник, отправился в микробию для того, чтобы описать холерную запятую, которую он уже знал, да, но, конечно, многое о ней было еще неизвестно. На этом стенде мы видим плакаты и брошюры, посвященные заразным заболеваниям, в первую очередь холере и тифу. Здесь холера антропоморфна, она изображена как старуха, которая идет по городу с косой и собирает свой урожай. Но в то же время здесь есть и рациональные предписания, те советы, которые дают врачи населению, чтобы не допустить заражения холеры. И можно процитировать работу Николая Федоровича Гамалея, изданную в 1905 году, посвященную холере и борьбе с ней. Он пишет о холере как о живом существе, как об этой старухе, которая собирает свой кровавый урожай. Среди народа считалось, что холера – это яд, ее причина – это отравление, а врачи не верили в то, что холера – это заразное заболевание. Когда Гамалей описывает пандемию холеры, которая была с 1892 до 1896 года, он пишет, что по Днепру холера шла несравненно медленнее, чем по Волге. Из Казани холера прошла по Кайме в Вятку, в Перми, в Уфу. В Москве холера была уже 10 июля, а в Петербурге в конце июля. К каждой пандемии Гамалей прикладывает карту распространения этого заболевания. Эти карты похожи на карты военных действий со стрелочками. Здесь указано место рождения, родина холеры в Бенгалии и пути, по которым она шла сначала в Россию, и потом уже в Европу.
Гамалея происходил из старинного дворянского рода. Он учился в гимназии, потом поступил на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета в Одессе. А в летнее время, на каникулы, он уезжал в Страсбург и работал в лабораториях Страсбурга. А после окончания Новороссийского университета он поступил в военно-медицинскую академию в Петербурге. Можно ли сказать, что он понимал, да, чем он будет заниматься и каковы будут его исследования? Ну, наверное, нельзя так сказать, потому что он, ну, как мы бы говорили о том, что в 70-е, 80-е годы 20 века кто-то понимал, что их работа будет связана с интернетом, с всемирной сетью, с программированием. Наверное, нет, потому что этой области еще не существовало. Она формировалась, открывалась, создавалась этими первыми бактериологами. Среди них, да, мы можем назвать имена Пастера, Коха, Гамалеи, Мечникова. И то, как развивалась эта наука в каждой стране, в каждом городе, зависело от того, как была устроена лаборатория, какое финансирование этой лаборатории было доступно. Гамалея создал свою лабораторию в Одессе, в своей квартире, еще когда учился в Новороссийском университете. Большое влияние на него оказал его профессор Илья Ильич Мечников. И идея создать бактериологическую станцию в Одессе была у них не один год. Для этого они пытались привлечь какие-то дополнительные средства, и исследование Пастера и интерес к тому, что появляются какие-то способы избавления от инфекционных болезней, да, и бешенство всегда, как и Пастер писал, привлекало к себе внимание своей такой роковой предопределенностью. Все укушенные бешеными собаками, все заболевшие бешенством погибали и погибали в страшных мучениях. Наверное, можно с этим связать интерес Пастера к бешенству, интерес общества к бешенству. И тема прививок от бешенства становится такой горячей новостью, то, о чем могут писать на первых полосах газет. У нас в музее есть предметы, связанные с Николаем Федоровичем Гамалеей. Например, фотография второго Всероссийского съезда микробиологов, который прошел в Москве в 1930 году. Здесь Гамалея в центре этого собрания. У нас есть книжка, посвященная бешенству. Здесь он приводит статистику бешенства в СССР, рассказывает о своем учителе Пастере и объясняет, что такое бешенство, как и почему следует делать прививки, если вас покусала бешеная собака. У нас есть книга, изданная в 1889 году под редакцией доктора Гамалеи с предисловием Ильи Ильича Мечникова. Эта книга посвящена Луи Пастеру, истории одного ученого. Перевод с французского издания, в котором есть и глава, посвященная заразным заболеваниям. Мечников поддерживает кандидатуру Гамалея, который отправляется в Париж к Пастеру для того, чтобы сопровождать укушенных бешеной собакой пациентов. Надо сказать, что первое время Пастер, разработав эти прививки, предполагал, что
нет необходимости создавать какие-то антиаэробические станции в других городах, да, где-то не в Париже. У бешенства достаточно длительный инкубационный период, и все заболевшие, все желающие могут приехать в Париж и получить вакцину против бешенства. Однако достаточно быстро оказалось, что инкубационный период недостаточно длинный, что необходимо приблизить лечебные учреждения к пациентам. И Пастер поддерживает инициативу Гамалеи, передает ему несколько зараженных бешенством кроликов специальным образом. И Гамалея привозит этих кроликов в Одессу, где открывается первая пастеровская станция. Уже через год Пастер обращается к Гамалее с просьбой выступить на научной конференции в Лондоне и рассказать об успехе антиаэробической вакцинации, так как количество случаев бешенства в России и количество успешных излечений было даже выше, чем в Париже. Первые пастеровские станции не только разрабатывали и проводили вакцинацию от бешенства, но они вели очень важную работу по популяризации знаний об инфекционных болезнях, об бешенстве. Они позволили поверить в то, что бешенство излечимо, и народная вера в научную медицину значительно возрастала. У нас в музее есть большая коллекция, связанная с санитарным просвещением. У меня в руках книжка, это повесть про Кондрата Еремеева и вошь, которая была сделана для военных. Это такая история в стихах о том, как человек переболел тифом и узнал о том, что причина заболевания – это вши. В начале этой повести изображены насекомые, которые переносят различные заболевания – сыпной тиф, чесотку, холеру, малярию. Врач к Кондрату подошел и такую речь завел. «Помни, знай, больной есть разный, есть безвредный, есть заразный, тиф прилипчив, тиф заразен. Это помнить ты обязан, но узнать еще полезнее про заразные болезни. Как и от чего бывают, а бывает попадают в тело мелкие, живые, как бы червячки такие. Меньше искры, меньше пыли, их ученые открыли и микробами прозвали, и бесспорно доказали, что микробы выделяют очень сильный страшный яд». Эта книга, конечно, написана не Николаем Федоровичем Гамалеей, но он говорил как раз об этом в своих работах, посвященных тифу и написанных для медиков, о том, что именно насекомые и нарушение правил гигиены вызывают распространение тифозных эпидемий. Дезинсекция – это та мера, которая позволит избежать тифа. Кстати, само слово «дезинсекция» стало использоваться благодаря Гамалее. Он говорил о том, что дезинсекция, дератизация – это не менее эффективные, не менее важные способы профилактики эпидемии, чем иммунизация и использование вакцин. Николай Федорович Гамалея был любителем приключений и неутомимым путешественником. Его жизнь связана с такими городами, как Одесса, Страсбург, Париж, Петербург, Москва. И в этих городах он не осматривал достопримечательности. Часто он интересовался самыми неприглядными сторонами городской жизни. В Одессе, еще будучи молодым человеком, он с интересом и с энтузиазмом исследовал болезни одесского птичьего рынка. Причем он покупал кур, покупал других птиц для того, чтобы исследовать их в бактериологической лаборатории. Не только покупку живых, да, здоровых птиц его интересовало, но и он искал птиц, которых выбросили, да, которые умерли на этом птичьем рынке, потому что долгое время считалось, что птичьей холеры в России нет. –
Но исследовав умерших птиц, он выяснил, что птичья холера в России есть. Просто, видимо, никто не занимался этими исследованиями до этого. В 1910 году Гамалея переезжает в Петербург по приглашению Рейна и становится важным, крупным петербургским медицинским чиновником. Рассматривая те проблемы, которые актуальны для столицы, для Петербурга, он переносит фокус своего внимания с холеры и чумы на сыпной тиф, который свирепствовал в Петербурге. И если в Одессе, пытаясь установить очаг эпидемии и пути распространения эпидемии, он обратил внимание на крыс и на насекомых, а то в Петербурге таким очагом эпидемии становятся ночлежные дома. А в Петербурге он организует совещание ночлежных врачей, и они обсуждают меры, возможные для оздоровления этих мест. Не случайно, что с 910 до 913 года на собственные средства Гамалея издает журнал, который получил название «Гигиена и санитария». И в подзаголовке этого журнала как раз и выведена эта цель – «Исследование по оздоровлению России». Переехав в Санкт-Петербург, Николай Федорович Гамалея становится заведующим оспопрививательного городского института. Института, занятого борьбой с оспой, занимающимся оспопрививанием и производством оспенной вакцины. Гамалея пишет в 1913 году книгу, посвященную оспе. Он говорит о том, что ему бы хотелось, чтобы эта книга достигла своей главной цели – усиления в русском медицинском мире интереса к величайшему завоеванию медицины – оспопрививанию. Тогда бы, говорил он, открылась бы возможность осуществления в России давно настоятельной реформы – введения обязательного оспопрививания, пишет он в июле 1913 года. Гамалее не удалось добиться введения этого закона в Российской империи, но он был горячим сторонником обязательного оспопрививания. И в советском государстве в 1919 году вышел декрет об обязательном оспопрививании. В Петербурге, где в то время работал Гамалея, удалось провести достаточно полную вакцинацию населения, что позволило значительно снизить и заболеваемость, и смертность. Гамалея прожил очень долгую жизнь. За свои 90 лет он успел поучаствовать и в разработке теории иммунитета, и в изучении этиологии инфекционных болезней, и в том, о чем он в 1907 году писал, как о будущем бактериологии, о разработке специфического лечения, в общей биологии и в становлении микробиологии как науки, как предмета преподавания в медицинских вузах, как предмета научного исследования. В 1930 году Гамалея переезжает в Москву и продолжает свои исследования в области вирусологии. Выходит его работа, посвященная гриппу. Переехав в Москву, Николай Федорович Гамалея работал в Институте экспериментальной медицины, проработал там тоже не одно десятилетие. И после смерти Николая Федоровича в 1949 году, через некоторое время, институту было присвоено его имя.
нас в музее есть памятные медали. В частности, медали Института эпидемиологии и микробиологии, которые носит имя Николая Федоровича Гамалея. На медали написано: «Задача, объединяющая всех нас, микробиологов, эпидемиологов, инфекционистов, состоит в ликвидации инфекций». За что мы можем сказать спасибо Николаю Федоровичу Гамалея? За то, что он показал нам новый мир, за то, что он был связующим звеном между бактериологией, медициной и гигиеной. И, наверное, его по праву можно считать первооткрывателем наряду с теми, кто открывал новые страны и континенты.